Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я предлагаю вам новый рецепт. Мы будем готовить булочки. Французские булочки, которые называются паулей. Очень легкое приготовление, отлично подходит к любому завтраку. Потопали? Я уверена, что этот рецепт вам очень сильно понравится. Для приготовления французских булочек нам понадобится 400 граммов муки, 150 граммов молока, 80 граммов сахара, 130 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка соли, 8 граммов дрожжей. Приготовление. Растворить дрожжи и сахар в теплом молоке. Накрыть и оставить в теплом месте на 5-10 минут. В большой посуде смешать 300 граммов муки, оставшийся сахар и соль. 10 минут спустя дрожжи готовы. Вы можете наблюдать красивую шапочку на поверхности молока. Влить их в миску с мукой и сахаром. Перемешать. Добавить смягченное сливочное масло. Отработать вручную. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Как только тесто не липнет к рукам, накрыть и оставить в теплом месте на 1 час. Размешать и вывести весь газ из подошедшего теста. Раскатать колбаской. И разрезать. Закатать булочки. Это очень просто, вы можете увидеть. Накрыть и поставить в теплое место на 40-50 минут. Затем помазать яично-молочной смесью и отправить в духовку. Выпекать 10 минут при 200 градусах и 3-5 минут при 220. Приятного завтрака и до следующего вторника с моими новыми рецептами от Мелиси Гоцет.